Ну что, дорогие мои, как я вам и обещала, в моде в ветрах неожиданно появились новинки, и мы сейчас с вами их посмотрим. Новинки на сезон осень-зима. Они приходят постепенно, и мы с вами постепенно их все рассмотрим. И будет возможность выбрать ткани, спланировать весь гардероб и сшить нужные вещи. Давайте смотреть. Первая палетка. Что у нас здесь? Это костюмная джерси вискоза нейлон. Очень популярная, посмотрите, это состав 65 вискозы, 27 нейлон, 8% эластан. Этот вариант джерси вискоза нейлон мы каких только видов не брали. Немножко меняется процентное соотношение между вискозой и нейлоном. Было 55 вискозы, там 45 нейлона. Были с эластаном, без эластана, были разные плотности, здесь 480 грамм на метр. Были чуть меньше плотности, чуть больше плотности. Все эти ткани, все эти джерси прекрасны, все они не закатываются. И все эти джерси очень носки, я бы сказала, наверное, можно сказать, максимальной носкости. Ну, скажем, носить их можно практически бесконечно, не мнуться, не закатываться. Замятости, конечно, они бывают. Например, долго едешь в машине, встал, замялась. Но ты ходишь, и эти замятости за счет эластана, за счет состава, они куда-то деваются. Давайте сейчас посмотрим. Я в восторге, какие оттенки нейтральные. Посмотрите, ткань поперек я тяну, она тянется, но не очень. И вдоль тяну. Вот эта плотность, ну такая, скажем, средняя. Бывали и более плотные, но не мягкая, не тонкая ткань. Посмотрите. Ну, я по привычке называю ткань все, из чего мы шьем. Конечно, это трикотаж, но давайте уже будем называть его по свойствам. Он более приближен, скажем, к ткани с эластаном, потому что хорошо держит форму. Белый, смотрим, просвечивает немножко. Вот видите, второй слой есть, светится на просвет. Но пуловеры вполне можно шить из такой ткани. Кто-то, может быть, легкий кардиган сошьет. Кстати, кардиганы, пуловеры, брючные костюмы, юбочные костюмы, летящие юбки, скажем, все прекрасно можно шить из этой ткани. Давайте сейчас рассмотрим. Вот номера смотрим. 6. В телефоне достаточно неплохо передается оттенок. Вот такой похож, иногда называли грибной такой оттенок. Это не просто серый, он немножко такого сизого или лилового оттенка, такой непонятный, сложный цвет, скажем, не простой серый. Вот этот серый цвет, серо-голубой, красивый тоже оттенок, это номер 13. Эти ткани уже есть на сайте. Можно заходить смотреть. Яркий васильковый или электрик, наверное. Вот этот темно-синий. Ждут многие джерси на школьную форму. В конце августа эти ткани приезжают, так что мы с вами успеем сшить, пусть не к 1 сентября, но на школьную форму точно успеем сшить. Вот такие оттенки. Очень красивый сливовый цвет, синий цвет. Посмотрели. В общем, эти ткани, скажем, трудяшки, шьем вещи надолго, комфортно их носить. Я уверена, многие будут пополнять свой гардероб вещами из этой ткани. Следующая палетка – это ангора вискоза. Посмотрите, такого мы еще, ну, скажем, не покупали здесь в составе, кроме вискозы и нейлона. Еще есть полиэстер. Носкость, скажем, улучшает. 515 грамм на метр. Что можно шить из этой ткани? Посмотрите, она имеет некоторую такую толщину. То есть это не совсем тонюсенькая такая ткань. Конечно же, это будем шить пуловеры, будем шить платья. Уверена, сейчас многие из трикотажа шьют костюмы. Брючные костюмы, юбочные костюмы. Ткань очень пластичная. Я по долевой растягиваю. И еще раз по поперечной растяну. Очень растягивается по поперечной. Знаете, наверное, процентов, ну, чуть ли не 200 растяжимость. Вот, скажем, так вот беру. И посмотрите, как сильно она растягивается. Очень приятная на ощупь. Девчонки здесь вот в магазине говорят, пробовали вот так долго тереть. И вроде как закатушек не появлялось. Видите, мы эту ткань не шили еще, не носили. Не знаем, как эта ткань в эксплуатации. Но по комфортности, я думаю, что она прям прекрасна. Есть такой легкий, посмотрите, меланжевый отблеск. Видимо, ниточки полиэстеровые переплетаются. Вот разный состав нитей. Это и полиэстер, и вискоза, и нейлон. И поэтому получается такой легкий меланжевый оттенок. Красиво. Ткань тоже смотрится так достаточно интересно. Ну, как говорят, дорого. И черный. Еще раз сейчас посмотрим цвета. Вот, 4 цвета. Следующая палетка, давайте посмотрим. Это джерси вискоза нейлон. Тонкий. 335 грамм на метр, с эластаном, то есть вискоза, нейлон, эластан. Что сказать про эту футболочную? Можно сказать, что это легендарный материал. Мы многократно уже покупали, несколько лет покупаем этот материал. Шьем из него футболки, водолазки. Кто-то шьет из него летние костюмы трикотажные шили. Например, у меня пара клиенток шили костюмы, шили брюки плюс майка, брюки плюс туника длинная. Кто-то шил платье из этого варианта джерси.
абсолютно не закатывается. Сминаемость тоже такая относительная, потому что все расправляется. Цвета в этот раз великолепны. Таких вот оттенков не было. Посмотрите, какой красивый шоколадный оттенок. Можно сшить платье с драпировками. Очень много сейчас предлагается таких платьев или водолазок с какими-то отверстиями, с какими-то, ну скажем, сложными драпировками, сложными конструкциями. Вот этот материал как раз очень подходит для этого. Это не кулирка, не хлопок, скажем, смотрится более универсально, подойдет, скажем, для рабочих будней. Посмотрите, какая приятная фактура ткани. На ощупь, конечно, вискоза с нейлоном, это всегда котик, очень приятно все. Давайте посмотрим. Вот по долевой вот такая растяжимость и по поперечной вот такая растяжимость. Давайте крупно посмотрим. Я растягиваю, такая фактура, вот такое полотно. По толщине давайте посмотрим. Вот такая толщина у полотна. Не тонкая, но и не толстая. Вполне подходит как раз вот и на водолазке, и на футболке. Красный, фуксия красивый, шоколадный красивый. Вот такой оттенок. Когда-то здесь название услышала. Грибной. Вот такой серый, бежевый. Вот такие прекрасные оттенки. Еще одна палетка. Эти, кстати, ткани уже приехали сюда, в магазин. Просто их не посмотрели. Не было образцов раньше. Просто образцы не попали в обзор. Это примерно такая же ткань. Примерно то же самое можно шить. Меньше растяжимость у нее. Вот смотрим, по долевой. Вот так она растягивается. И поперек вот так. То есть меньше растягивается. Давайте прям сравню вот с этой. В принципе, вот это даже более скользкое смотрится. Это сильно растягивается. Видите, как прям сильный, подолевой, поперечный. Это меньше. Хотя они по составу похожи. Ну вот, то да не то. Я не говорю, что это хуже, та лучше. Нет, они просто разные. Имейте в виду, что вот это меньше растяжимое, та больше. Белый мы видим, что подсвечивает. Нужно будет иметь это в виду. Черный, конечно, черный он не подсвечивает, черный он такой фундаментальный, скажем, красивый черный оттенок. Следующая палетка, это ткань Калифорния, вот состав вискоза полиэстер, эластан, 65 вискоза, плотность хорошая. Мы из Калифорнии очень много чего шили. На ура уж пошла у нас Калифорния на домашнюю одежду. Она очень тонкая, посмотрите, как она драпируется. Я ее сейчас кидаю, она такая вот мягонькая, вся тонюсенькая. Шили из нее ночные сорочки. Очень красиво, безупречно получается. Знаете, идеально, я бы сказала, сорочки получаются украшенные кружевом. Ну, просто шикарные сорочки. Вот такая растяжимость в одну сторону, растяжимость по долевой меньшая. Ну, и на ощупь она менее скользкая, скажем, чем предыдущая. Видите, есть такой легкий оттенок, как будто перламутровый отблеск. На замятости посмотрим. Замятости есть, потому что 65% все-таки вискозы. Но за счет того, что ткань растягивается, трикотаж растягивается, видите, они не сохраняются. Все-таки немного полиэстера в составе, оно вот улучшает свойства. Кстати, я себе шила сорочку из такой ткани, и она прекрасно, вот, прекрасно ведет себя в эксплуатации. Вот такой оттенок красивый, зеленый и черный. 4 классных цвета. Из новинок вот такая палетка Oscar Stretch 480 грамм на метр. В составе полиэстер, немножко нейлона. Похоже на креп. Довольно плотная. Мы видим плотность у ткани. Прям толщина вот такая прям есть. С одной стороны как будто в рубчик, с другой стороны немножко отличается плетение. Давайте посмотрим. По долевой чуть-чуть вот такой ход есть. И поперек тоже хорошо так растягивается. В составе не заявлен эластан, но видим растяжение за счет плетения. Полиэстер 95%, нейлон, качество эксплуатационное будут на высоте. Я думаю, что она не мнется, не закатывается, отвисает. Плотная ткань. Я думаю, что для каких-то офисных будней это будет прекрасный вариант. Конечно же, шьем брюки, конечно же, шьем какие-то платья, сарафаны, юбки. Ну и напоследок вот такая палетка. Это пайеточная ткань. Каких только пайеток мы не шили, вот здесь нам предлагают пайеточки тоненькие. Кстати, мне нравится вот такой вариант. Она ткань, основа тонкая, пайеточки пришиты плоско. Посмотрите, основа трикотажная, немножечко прям хорошо вот так ходит, то есть растягивается комфортно. Я себе шила пару раз вещи вот из пайеточных тканей. И знаете, какой был эффект? Что жарко. Когда пайетки бывают нашиты так густо и имеют ткань какую-то толщину, то жарко в пайетках. В этих, мне кажется, не будет жарко. Вот посмотрите, какая ткань основа, трикотажик. И вот такие пайеточки тонюсенькие.
Расцветки разные, яркие, золото, серебро, серебро, красный, синий, зеленый и черный. Очень часто у ткани с пайетками бывает широкая кромка. Как раз вот из этой ткани, ну, видите, на что нашита эта пайеточка. Я думаю, что и здесь тоже. Вот, у нас, видите, образцы, палетки с образцами. Но, скорее всего, в рулонах ткань, когда придет, будут вот эти широкие кромки. И этим трикотажем из широких кромок можно будет обработать и припуски швов, можно будет обработать и горловинки, если нужно, например, проймы. Новый год неумолимо приближается. Мы все равно будем думать, что шить. Я думаю, такие варианты праздничного какого-то образа прекрасно к нам подойдет. Сейчас уже никого не удивляют и брюки из пайеток. Можно шить даже хотя бы просто один топ из пайеток. Будет тоже классно смотреться. Смотрим, узнаем, какой будет у нас Новый год следующий, наступающий. И подбираем, выбираем цвет и шьем себе хотя бы праздничную маечку на Новый год. Создаем настроение себе сами и думаем об этом заранее. Этот магазин оптовый, здесь можно купить ткани от 6 метров. На одного человека это обычно бывает многовато, но порой, если сравнить стоимость ткани за 6 метров в этом магазине, и, например, стоимость ткани 3 метров в обычном магазине, то стоимость зачастую бывает не в пользу розничных магазинов. Поэтому думайте, магазин отправляет ткани по всей России. И, кстати, сейчас в магазине идет акция. Акция до момента ее прекращения. На акционной ткани идет акция. Можно их купить от 3 метров. Цена на эти ткани будет плюс 30% к оптовой цене. Не к акционной цене, а к оптовой. Но если вы хотите купить эту ткань по акции, тогда покупаем от 6 метров. На этом видео заканчиваю. Сегодня мы посмотрели очередную партию образцов тканей в магазине «Мода в метрах».